Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, у нас Darksiders первый. Так, короче, Вульгрим хочет, чтобы я ему душ подсобирал, да? Окей. Подсобирать душонок это я могу. Тем более, что это не так-то уж и сложно. Так, где тут эта нечисть ходит? На тебе. О, кстати, с машин много падает. Или то показалось. Это что за дракон пролетел? Опять показалось. Так, что там у нас осталось? 111. На тебе. На тебе. О, а чё у меня с первого удара, что ли? Как так вообще получилось? Приветствую. Чё-то я не понял сейчас этого прикола совсем. Совсем, говорю, прикола не понял. На тебе. На тебе. А, там типа такой... Такой сильно большой удар, что... Мама, не горюй. Так, не теряйся с виду. Опс, поспешил. Это мой косяк. Это я реально поспешил. Ты не хочешь же это вот так вот сделать красиво? Молодец, хороший, хороший песик, на тебя. Хыш, хлобыс. Не могу сказать, чтобы с него прям много упало, но... Так, тут у нас что? О, тут лечение. Не так еще много и вылечил, но... Но сойдет. Так, давай, вот сюда. Нужны твои душонки. Чё, нравится тебе, дружище? Ой, промазал. Кто тут? Ты откуда взялся? Корешок мой маленький. Не. Валяюсь я тут, значит, везде, где можно и нельзя. Я их не замечаю. Ой, в дерево. Кто там еще? От тебя мне только не хватало. Так, блок. Стоя на месте, жмите левый Alt, чтобы блокировать удар. Окей. На! Блин, убил его. Нет, не убил. Ну, в смысле, без добивания. Надо с добиванием. Со стулья тоже душа вылетела. Еще совсем юная.
На тебе. Подходи. Не бойся. Всех убью, один останусь. Так, пожиратель хаоса стал сильнее. Пожиратель хаоса переполнен энергией. Его разрушительная мощь растет. Что из этого? Ну, убейте уже. Убей этот стул, да? Так, пожиратель хаоса. Легендарный меч войны также лишенный былой силы. Я ему ничего тогда сделать типа не могу. Чтоб там что-то прям вот усовершенствовать, что ли. Так, неси души в Ульгриму. Насобирал уже, да? Нам с избытком. Хватит, чтобы утолить голод Вульгрима. Может, теперь он утолит наше любопытство. На тебе. Любопытство. Мне еще надо ставить себе душ для прокачки. Это что за братва прибежала? А, я вас не вызывал. Не тебе. Че, не ожидали от меня такого мастерства? Я сам от себя не ожидал. Надо 500, а у меня уже 624. Голод Вульгрима. Эти древние врата мало кого слушают, но при помощи этого вы можете прийти к взаимопониманию. Пройдя врата, найдите мницу Самаэля. Когда-то его сила была близка к силе самого князя тьмы. Некоторые говорят, опасно близка. Очевидно, он не симпатизирует разрушителю. Найди меня, когда соберешь больше душ. Ты не пожалеешь, что потратил время. Добренько. Я бы, честно говоря, прямо сейчас с тобой. Найти демона Самаэля. А ну, хоть сюда. По пути тебе могут попасться предметы, обладающие для меня особенной ценностью. Любая вещь, любой осколок, все, что можно назвать артефактом легиона падших. Так, искусно вырезанный рог, способный пробуждать древние врата. Нажмите, чтобы использовать взятый в руку рог. Некоторые противники его звук может сбить с ног. Окей. Так, оружие, оружие, не оружие. Сколько у меня? 124 души. С таким количеством душ... Мне тут делать нечего. Да? Абсолютно верно. 1000. Коса. Ну, короче, собираем душонки. Так, вот он, этот. Помню, когда первый раз проходил, долго не мог понять, что тут делать. А тут все так просто. Так, вы получили первый предмет. Нажмите А, чтобы увидеть все снаряжения. То есть его надо, типа, поставить... Так, выберите нужную вещь. Закрепите выбранную вещь в ячейке снаряжения. Чтобы достать нужную вещь во время игры, нажмите 1, 2, 3. Окей. Поставил. Два. Прозвенел. Прозвучал зов предков. Рог говорит на языке предков, пробуждает меня от сна без сновидений. Значит, мы свободны. Никто не свободен, пока не повержен разрушитель. Какой-то. Разрушитель. Да, мы скованы его властью. Хотя и остаемся его врагами, и потому его врагов зовем друзьями.
Ой, только на меня не наступи, дружище. Здоровый типочек. Он сейчас, по-моему, кстати, будет перепрыгивать. То мне не терпится увидеть, что за ними. Смотри, прыгает. Странно, что он не провалился. Так, если это врата, то тебе не терпится увидеть, что за ними, да? Ах ты какой нетерпеливый, дружище. Три душонки в одной лавке. Вот это вот, это же здоровье. А вот мне сейчас же здоровье не надо восстанавливать. Так неудобно он тут стоит. Хотя это пока не надо. На! Как я тебя обхитрил? Вот сюда, дружище. Че, не такой ты уже и крутой, да? Когда сражаешься с достойным противником. Так, душонки пригодятся. Душонки всегда пригодятся. Не. Так, а мне вниз по-любому, да, надо будет сейчас? Или я могу на ту сторону? Ага, я могу вот так перебраться, окей. Да спрыгни ты. Изрыгает из своего чрева огненную энергию. Ты еще и прыгаешь, скотина ты такая. Ой, забыл, что он при смерти взрывается полностью. Кто еще на меня? Подходи давай по одному. Всех убью, один останусь. Так, а что у нас тут? Так, плавание. Нажмите левый контур, чтобы погрузиться. Пробел, чтобы всплыть. И левый альт, чтобы ускориться. Окей, так. Ну я ж, кажется, бессмертный, да? Ну, в смысле. Могу плавать без кислорода. Я это имел в виду. Тайные силы. Так, осколок камня жизни. Найди 4 осколка, можно собрать камень жизни, который увеличит максимальный запас здоровья. Это хорошая штука. Это нам пригодится. Это я удачно зашел. Выходи давай. Дружбанчик, шушпанчик. Не. Кстати, я сейчас даже могу спокойно вернуться к Самаэлю и у него прокачаться. Но там все равно возле этого чувачка есть. Ой, говорю, к Самаэлю, к Ульгриму. Но там он есть, то есть возвращаться не надо. Ну, кто понял, тот понял. Кто знает, тот узнает.
Так, сюда у меня. Туда вообще иду. Не. Горящая виселица. На тебе. Чё с них душонкой не летят? Демоны. Вот сюда, демон. Недодемон. И ты хочешь? Жаль, что я еще не могу этот ударчик клевый делать. Зачем я сюда пошел? Ага, тут есть вот такая штука. Ага. Чего не допрыгнул? Да ладно. Тут, конечно, клево, но это потом. Я немножко помню, это все будет потом. Потом будет возможность разбирать эти вещи. Я немножко прокачаюсь. Порой даже не то, что возможность, необходимость. Сейчас этого чувачка... Хотя уже сохранилось. Ладно, давайте серию закончим. Все, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.